Всем привет, ребят. У нас уже 11 часов. Мы недавно встали. Я смонтировала видео, которое... Ну, вот это вот, как Артём упал с велосипеда, адская поездка на велосипедах. Потому что там была, ну, музыка, которая не разрешалась на YouTube. И мне пришлось все это перемонтировать. Когда я это уже все удалила, пришлось восстанавливать. Очень проблемно было, но у меня она сейчас выводится. Тима, куда-то лезет. Тима, куда ты лезешь? Вот. Вот 11 часов. Пока у меня никаких нет дел. Лежу, отдыхаю. Так, мы сейчас пошли по делам. Идем по делам. Сначала за чехлом. Потом в магазин. Короче, у нас сегодня много дел. Артём просто чуть-чуть сломал клавиатуру. Он очень много чего ломает в этой жизни. Как же ты? Вот. Ты мне планшет за 5000 поломала, ничего. Я тебе его возместила. И я тебе клавиатуру возместила. Покажи. Да не меня. Чё, Артём? Она здесь маленькая, будет невозможно сломать. Купили тебе клавиатуру, что ли? Покажи. Обычная такая. Обычная. Обычная? Обычная. Аккуратно. Супер 105. Меня опять снимают, а? Я прям популярная личность. Четвертый раз уже, а? Кто это меня снял? Лисичка? Агент! Вот, вот он. Ой! Опять сродника происходит? Опять сродника тебе вот здесь. Свежая, прохладная вода. Боль, ужас, большая. Так, ребят, мы уже давно пришли с прогулки. Мы ходили гулять. Я так скоротала время, начала, короче, собирать чемодан. Вот, короче, я уже половину чемодана собрала. И осталась еще одна половина, хотя до Казани ровно неделька. Но это немножко. Вот. Вот такие вот у меня дела. Что, этот невезучий день подошел к концу? Угу. Артём, самый невезучий день, да, сегодня? Ты именно. Вообще. Столько невезений у него сегодня произошло. Удачи. Кровать перелавлена. Я сходила в душ и буду с вами прощаться. Ну, а для начала мой список невезений. Итак. Начнем. Два раза проиграл футбол, съел горелое яйцо, утопил детальку Лего. В унитаз. Дальше. Сломал клавиатуру. Дальше. Сбыл лук, чуть не поломал палец, заработал синяк на ногу, на другую ногу, чуть не сломал опять палец. И... Вот так вот сегодня прошел Артема день, и мы будем с вами прощаться, так что всем пока.